На выставке Household 2017 одним из самых ярких был стенд «БВТ-барьер» – место встречи для тех, кто фильтры производит, и тех, кто их продает. Международная компания «БВТ-барьер» участвует в выставках Household по всему миру уже не первый год. И сегодня здесь, в Москве, мы представляем широкую линейку продукции под торговыми марками «Барьер» и «БВТ», в которой используются современные австрийские и российские технологии. Среди новинок года – индикаторы ресурсов, встроенные в проточные системы и в кувшины. OptiLight – решение от «БВТ-барьер», не имеющее аналогов на рынке. Ресурс сменной кассеты наглядно отображается цветной подсветкой. «Барьер» предлагает новый продукт с технологиями «БВТ». Это универсальный картридж для всех систем обратного осмоса, который обогащает воду магнием, кальцием, фтором и другими полезными микроэлементами. Мы предлагаем еще один продукт БВТ, Аковита, с этой же технологией обогащения магнием. Стенд «БВТ-барьер» привлекал внимание посетителей концептуальным сочетанием супермаркета с уютным баром. В этом году стенд компании «БВТ-барьер» поделен на две зоны. В первой зоне мы воспроизвели концепцию идеального магазина. Мы выбрали 6 наиболее распространенных форматов розничных точек и для каждой из них подобрали идеальный с нашей точки зрения набор продуктов. Во второй зоне мы построили кафе, в котором воспроизвели гедонистическую атмосферу бренда «БВТ». Природные элементы символизируют экологическую направленность бренда, а бармены готовят и предлагают гостям напитки на воде, обогащенные магнием. Смузи и домашние лимонады пришлись по вкусу гостям стенда и помогли наладить новые контакты с представителями сотен торговых площадок по стране. В результате продукция «БВТ-барьер» станет еще ближе к конечному потребителю.